Друзья, сегодня рассмотрим такую интересную машину Electrolux с системой Steam System, то есть системой пропарки вещей. Чем интересна машина? Ну, во-первых, очень много интересных всяческих программ. Сейчас мы ее запустим. Вот. Но перечислять я не буду. Тут и по хлопку, и по синтетике, и по шерсти. Много подвязочек. Чем интересный таймер? Мечта любой хозяйки. То есть тайм-менеджер. То есть мы можем управлять программой так, как нам удобно. Временем. Не то время, которое задано, а так, как нам удобно. Видите, мы уменьшаем. Ну, практически вот от чуть ли не от 3 часов до часа мы уменьшили себе программу. Вот. Это было у нас на ХБ. Ставим на синтетику. И вот то самое делаем с синтетикой. Уменьшаем. Вот это было час 35, уменьшаем практически до 50 минут. И можем так и увеличить. Очень интересная штука. Ну, 7 кг загрузки, 1200 оборотов. Прикольно сделанный барабанчик. Смотрите, вот такой интересный штамп. Это фирменный штамп Electrolux, уже модели, которые в топе у них. Ну и система обработки паром. Это Steam System. Система пропаривания. Плюс ко всему инвертор. Машинка очень тихая и экономичная по мотору. Плюс сенсорное управление. И плюс по глубине она, по-моему, там 47 сантиметров. Запустился насос. Громковато, потому что он пустой. У нас без водички. Сейчас запустится мотор, мы послушаем, как она работает. Насос у нас идет прерывисто, то есть не постоянная нагрузка на насос, он идет циклами. Экономия его износа. Вот у нас запустился барабан, вот можете послушать. Практически мы его не слышим. За счет того, что мотор инверторный, там нету звука щеток этого ноющего, воющего звука, который всех машин. Вот запустился мотор. Включается режимно включается насос, периодически откачивая водичку.